В обыденном знакомом нечто видеть, совсем иное, чем шумящая вокруг толпа. За благополучием просматриваешь гибель, в какую сторону тебя начнут толкать. И в обозримом вплоть за горизонт, молясь Христу, влетишь в иную панораму. Войдешь легально, если повезет, себя во всем узришь, не будь упрямым. Мыслители и слова подобны пене, хотя и умнейших к зависти отставших. Во свете Библии их подлинность оценим, за их судьбу до ныне до дюжи страшно. Из человеческих, пусть лучших побуждений, философы корпели и тяжко надмевались. Но Слово Божие их наголо разденет, нездешними упреками и жгущими словами. Все в рассуждениях к вечности гони, и с той позиции проглядывай в сегодня. Тьмой непроглядной выглядят они огни, совсем никчемным станет бывшим модным. Любая вещь, событие, известие таит в себе иной расклад при удлинении тени. Представь другим, понятное на вид, и неразумным деткам зарозовеет гений. Преславный Бог прославится в святых, несущих истину из Божьих откровений. Не только книжи, вплоть до запятых, но даже личный опыт свой применим. Условности развеются, и четкость прояснится, и цель, что, для чего соприкасалась с нами. Благодари Творца, сгибайся в пояснице, и крестное знамение непобежденных знамя. Шаги, еда, питье, одежда, сон и обувь в духовном плане зри в иной разверстке. Хотя на час глаза открой и спробуй, свой ум прозрительность умножь на свой наперсток. 8 сентября 2009 года.